Террористическая группировка ИГИЛ «Звездочка» возобновила подготовку детей к военным действиям и самоподрывам в сирийском районе, находящемся под контролем США и союзных им сирийских демократических сил, СДФ, в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил арабоязычный новостной портал Аль-Манар со ссылкой на источники, связанные с вооруженной сирийской оппозицией. Источники рассказали, что ИГИЛ «Звездочка» вновь создала военную базу для подготовки и обучения так называемых «ребят халифата» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком.